Оленька, Оленька Бузова, это ты? Алло, алло! Валер, молчит что-то. Да ну это, говорят, голос потеряла. Да ты что? А у нее голос был? Бросай нахуй трубку. Котятки, такая случилась история, короче. Наша подружка Оленька Бузова потеряла голос. Вот, и потеряла голос не просто голос, а голос накануне сольного концерта. Вот, Оленька Бузова, исполнительница хита «Мало половин», «Мало-мало половин», «Мало-мало-мало-мало половин», сообщила печальную новость. У нее, сука, нахуй пропал голос. Артистке пришлось отказаться от запланированных дел и срочно заняться своим лечением. Сейчас звезда переживает за судьбу своего шоу «Вот она я», которое должно состояться 28 октября в Крокус Сити Холл. За эту рекламу мне Оленька заплатила денежку. Когда кажется, значит не кажется. Вот, котяточки, Оленька потеряла голос, такая печальная история. Во-первых, для меня новость, что у нее был голос. Мне нравится, что вы больны не мною. Нормально? Мне нравится, что я больна не... Это... А можно без музыки? Вообще не понимаю, чего переживает Оленька, потому что у нее всегда работает фонограмма. Переживать должен ее звуковой режиссер, который будет кнопочки нажимать, чтобы в нужную фонограмму как бы включать, да, когда Оленька будет там рот раскрывать на сцене. Ну так вот, котятки, ладно, давайте по порядку. Наша подруга, 35-летняя Оленька Бузова, отметила на днях, что теряла голос всего два раза в жизни. Два раза в жизни, первый раз, когда делала миньет первому мужу, второй раз, когда делала миньет Даве. А нет, мороженое ела, извините, на нет, с Давой у них ничего не было, оказывается, я выяснила потом, да, мы с ней когда пили, а все выяснила. Так вот, котятки, по мнению певицы, проблемы со здоровьем могут быть вызваны переживаниями перед грядущим ее концертом, который состоится 28 октября в Крокус Сити Холл в Москве. Если он, конечно, состоится сейчас пандемия, хуе мое. Так вот, Оленька говорил. Светлана, обычно голос я теряю из-за стресса. Внешне этого как бы не видно, а внутри, знаешь, как, блядь, меня трясет, я просто очкую, у меня иногда даже по ноге течет, у меня понос такой, прям, я вообще прям не знаю, срусь как собака. Валера, бросай трубку! Я же для Ютуба снимаю, Оль, ты что думаешь, что говоришь-то? Когда кажется, значит не кажется. Алло, Оля, что ты договорить хотела? Светлана, ну я хотела сказать еще, что очень надеюсь, что мой концерт обязательно состоится и что голос я свой обязательно восстановлю. Сейчас для меня главное это не нервничать и не напрягать свои связки, побольше молчать. Алло. Валер, молчит что-то. Ну ей сказали молчать. Поняла. Бросай тогда нахуй трубку. Ну вот, котятки, исполнительница хита «Мало половин», «Мало-мало половин», «Мало-мало половин» также продемонстрировала, как сейчас звучит ее голос. Оля, давай. Мне нравится, что вы больны мною. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет. Оленьке Бузовой сейчас действительно тяжело говорить, потому что рот у нее болит. Она едва шепчет. Ей сейчас запрещено говорить на ближайшие минимум 2-3 дня. Мне кажется, этот доктор просто пошутил, чтобы она молчала, бля. Тут она сообщает нам в своем инстаграме, что ей плохо, она лечится, она спасает. Такая прям пиздец. Ебать, бля, такая прям эта оперная дива, прям, знаете, голос пропал, бля. Ты петь не умела, Оль. Валер, ты это вырежешь. Я знаю, ты меня хорошо вырезаешь, чтобы проблем у нас не было, то Ольга может обидеться. Вдруг она этот ролик глянет. Как бы все может быть. Так вот, котятки, сейчас Оленька экстренно проходит лечение. Там клизма, вот это все. Чтобы быть на сцене Крокус Сити Холл. С Оленькой сейчас занимаются самые главные, самые известные и профессиональные врачи города Москвы. Вот, все смотрят ее рот, что-то там ищут голосовые связки, пока ничего не нашли. А сейчас экстренно проходит лечение, чтобы быть на сцене Крокус Сити Холл 28 октября. За рекламку мне Оленька заплатила денежку. Так вот, где должно состояться ее шоу под названием «Вот она я» 28 октября в Крокус Сити Холл. Оленька Бузова тщательно готовится к выступлению, разучивает новые композиции, песни, играет зачем-то на пианино и также освоила танцы на пилоне. На всякий случай, вдруг пригодится когда-нибудь, когда уйдет со сцены и будет выступать в ночном клубе, как это... Не проститутка, как, это стриптизерша, да, ошиблась немножко. Когда кажется, значит не кажется. Валер, Ольга звонит, Валер. Алло, Оленька, да, моя зайка, что случилось? Что такое у тебя? Светочка, не могу говорить и очень многие вещи не в состоянии сейчас делать. Я перенесла важный эфир, отменила некоторые съемки, порно-съемки. Поэтому, конечно, на сердце сейчас мне так грустно, я лечусь. Я стараюсь побольше сейчас пить, вот, твой компот пью, лечусь, как бы, поэтому... Плюс мне сейчас нужно столько решать всяких важных вопросов, репетировать. Мне голос очень нужен, как никогда. Все делаю сейчас для того, чтобы он скорее вернулся. Алло, Оля! Света, ей молчать сказали. А, я забыла просто. Бросай
тогда трубку, чё мы смотрим? Чё, у меня роуминг сейчас, у меня деньги с телефона стекают, бля. Котятки, такая грустная, печальная история. Конечно же, поклонники очень сильно переживают за своего кумира, так как у него поклонники есть, и шлют ей пожелания поскорее выздороветь. В комментариях ей пишут всегда слова поддержки, такие как: «Зайка наша, береги себя, прошу тебя, умоляю, в рот тебя, ебать, ничего страшного, пошла бы ты в пизду, да была бы здоровой, чтоб ты было все хорошо, Оленька, заткнулась бы ты нахуй, иди ты уже со сцены в пизду». Очень красивые комментарии у поклонников Оленьки Бузовой. Ну, котятки, я что могу сказать? Я должна что-то сказать умное, я же профессионал, как бы, да? Как этот, как Сергей Соседов, да, молчать не буду. Оленька, что я могу сказать? Во-первых, я тебе сейчас открою большую тайну, ты петь не умеешь. Вот, сгибай пальчики, солнышко мое, петь ты не умеешь. Второй пунктик, будет звучать только фонограмма, так что не переживай свой голос, будет звукорежиссер. Нажимать кнопочки, ты будешь просто микрофончик, ротик свой открывать, да? Прикрывать микрофончиком свой ротик, если текст не знаю, чтобы не было видно на камеру, потому что буду снимать канал Муз ТВ. За это мне тоже рекламу заплатить 28 октября в Крокус-Сити Холли. Вот, мой солнышко. Ну, третий пунктик, что шла ты уже нахуй, блядь. Вырежешь, давай, Лера, естественно, я надеюсь, как я что-то много лишнего наговорила, сейчас только сейчас-то поняла. А то, что мы рано холодильник открыли наш. Ну, а сейчас коронавирус, сейчас лечиться надо. Поэтому мы не стали дожидаться 30 октября. У нас же сейчас это. Володя Путин объявил, что мы неделю, типа, будем дома сидеть. Ха-ха, размечтался Вова, блядь. Мы сейчас на дачу похуячим, я сейчас поеду шашлыки жарить, блядь, а будем квасить с Валеркой там. Нереально. Валерочка, я тебя очень прошу, вырежи, пожалуйста, все ненужное. Потому что я уже вижу по тебе, что у тебя какое-то прям вот злое лицо, что-то ты хитрое задумал. Котят, мы, конечно же, вам желаем крепкого здоровья. А звук-то у меня записывается, сижу тут, блядь, желаю, третий раз переписываю, нахуй, извините. Да, пишется, 1, 2, 3, 4, 5, у меня же звук новый, ребят, новый микрофонище, да не Валеркин, нет, чужой микрофонище, вот, я в него сейчас вещаю. Пока еще не очень освоила, это, его настройки, он дорогущий, блядь, 15 косарей стоит, котят. Вот, я не очень освоила его настройки, как всегда, нашла только кнопку вкл и выкл. Вот, а все остальные колесики, кнопочки, чё, пусть знамо что. Вот. Ну, это не важно, котят, главное, чтобы вы были живы и здоровы, чтобы коронавирус обошел все ваши семьи, нахуй, стороной. Чтобы весь коронавирус пошел в сторону Крокус-Сити Холл 28 октября. Классно придумал, да, Валер? Ну, мне Ольга заплатила за рекламу, а будь любезна потерпеть. А я тебе что, говорил, что я тебя хвалить буду? Конечно, нет. Но я всем напомнила по несколько раз, что 28 октября в Крокус-Сити Холл у безголосой Оли Бузовой будет сольный концерт под названием «Я, вот она я». Головка от патефона фирмы «Заря». Котят, люблю, целую. Ну, сейчас будем что, спасать Оленьку Бузову и покажем ей, как надо петь живьем ее говно-песни. Валерочка, наливай! Валерка, открывай холодильник! Будем Ольгу спасать, безголосую нашу! Давай, давай, давай! Валер, только песню не помню эту! Ладно! Котята, помогайте! Давай, давай! Капали слезы на телефон, она так любила, а он растаял, как облако в небе туманном. Рано доверилась, рано! Раны, 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 сердце рваные раны. Почему ведет он себя так странно? И внезапно вдруг она одно поняла, что завтра не будет такой, как вчера. Поем! Розовые очки льются стеклами вовнутрь. Девочка, что любит сильно, как легко обмануть. Повзрослела девочка, в сумке красная помада. Больше ей такой любви не надо, не надо, не надо. Розовые очки льются стеклами вовнутрь. Девочка, что любит сильно, как легко обмануть. Повзрослела девочка, в сумке красная помада. Больше ей такой любви не надо, не надо, не надо. По городу на скорости, музыка на громкости. Вот ведь как бывает, у любви нет совести. Изменился блеск, некогда наивный глаз. Он бы не узнал ее сейчас. Красная помада, черные очки, совсем другие девочки. И не позвонит никогда больше первой. Ты, сука, научил ее быть первой! Поехали! Розовые очки бьются стеклами вовнутрь. Девочку, что любит сильно, так легко обмануть. Повзрослела девочка, в сумке красная помада. Больше ей такой любви не надо, не надо, не надо. Розовые, розовые. Валерочка, у меня песок в бонусе. Хотя ты хочешь убежать, как всегда танцуем, танцуем, двигаемся. Бьются стеклами вовнутрь. Девочка, что любит сильно, так легко обмануть. Повзрослела девочка, в сумке красная помада. Больше ей такой любви не надо, не надо, не надо. Розовые очки.